Сегодня в деревне Тарханы Шумерлинского района прошло общественное обсуждение строительства участка скоростной автомобильной дороги М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань на территории Чувашской республики. 94 километра протяженность дороги М-12 по Чувашии. Это будет 6-й и 7-й этапы международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Трасса пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому и Брестинскому, Комсомольскому, Канашскому и Янтиковскому районам. В Шумерлинском работы уже начались. В основном дорога пройдет по землям предприятия Приволье, где работают многие жители Краснооктябрьского сельского поселения. Возникла угроза. Мужики землю пашут, коров растят, молоко доят, организовали кооператив, сыр делают, молоко продают, магазин открыли, шумят. А теперь всему этому конец приходит, похоже. Земли 200 гектар. Из 400 небольших гектаров пашни 200 гектар у нас хотят отнять под карьеры песка. Причем с нами не разговаривает никто, с нами не согласовывают. Люди против. Это будут огромные ямы, уйдет пашня. Большегрузы уже повредили поля хозяйства. Представитель подрядчика обещал вернуться к вопросу возмещения стоимости потерянных озимых после схода снега. Министерство природных ресурсов контролирует территорию строительства. Мы, первое, заинтересованы в том, чтобы все участки недр в случае их получения, то есть были полностью выработаны и, естественно, потом должным образом рекультивированы. Все, что попадает у нас в особо защитные участки с точки зрения лесного законодательства, за что Минприроды отвечает при предоставлении земельных участков, мы, естественно, учтем. То есть поэтому свои обязательства мы, конечно же, выполним. Жителей района интересует цена и порядок выкупа земельных участков, которые вошли в зону строительства. Много ли будет вырублено деревьев во время прокладки трассы? Как будет идти добыча песка и выемка грунта? Вопросов немало. Будут задействованы некоторые земельные участки для выемки грунта, песка. Вот здесь какая процедура будет, после этого что останется, какое-то возмещение будет, не будет. Фауна сегодня, дикие животные, дорога разделит лесные зоны на две части. Возникают вопросы. Потом, сохранность наших дорог муниципальных. По нашим дорогам, я уверен, что они будут ездить, а сегодня же большетонные, большегрузные машины. Работа по оценке отчуждаемых земель уже началась. Параллельно идет строительство производственных баз. Практически мы начинаем сейчас уже подготовительный этап работ. Это обустройство производственных баз, вахтовых поселков, где будут размещаться асфальтобетонные заводы, бетонные заводы. Будет проживать ИТР, рабочий персонал, будет хранение материалов, практически вся инфраструктура. На сегодняшний день эти работы ведутся в Ибрецком районе, в районе поселка Тойси-Паразуси. Там база у нас строительного управления номер 926 обустраивается. И в Шумерлинском районе район биопарка, это 519 километров строительства дороги. Строительство такой дороги – стратегически важный объект для Чувашии. Это понимали все присутствовавшие на встрече. Инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей. Это и новые рабочие места, и стабильная зарплата. Такие общественные обсуждения будут проходить регулярно, чтобы жители получили ответы на все интересующие их вопросы. Татьяна Молокова, Семен Антонов, Республика.